Дорогие друзья, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Приятного просмотра. В 2018 году в России пройдет чемпионат мира по футболу. За год до Мундиаля по традиции страна-хозяйка проводит Кубок Конфедерации. Уникальный турнир, в котором принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии и стран Океании. А также участие в Кубке Конфедерации принимает участие страна-организатор и победитель чемпионата мира по футболу. Кубок Конфедерации 2017 – это восьмой по счету турнир, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Открытие и финал Кубка пройдет на стадионе Санкт-Петербурга на Крестовском острове. Европу будут представлять сборная Германии, которая гарантировала себе участие в Кубке Конфедерации, выиграв чемпионат мира 2014 в Бразилии. Сборная России автоматически стала участником Кубка Конфедерации на правах хозяйки. И сборная Португалии, выигравшая в прошлом году Евро-2016. Азию будет представлять сборная Австралии, которая выиграла Кубок Азии 2015. От Северной Америки это Мексика, от Океании Новая Зеландия, Южную Америку будет представлять Чили. И последний участник, который определился лишь в 2017 году, сборная Камеруна, которая выиграла Кубок Африканских наций. Восемь сборных будут разделены на две группы А и Б. В группу А определены сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу Б попали Чили, Австралия, Германия и Камерун. Из групп в следующую стадию выходят две сборные. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, ставьте под ним лайки, комментируйте, делитесь в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Это абсолютно бесплатно.